Концерты, мастер-классы, спортивные соревнования и гуляния до вечера. В гущу событий окунулся и Богдан Колесников. Ученик 12-го лицея Максим Цикало занимается вокалом с 6 лет. В его репертуаре песни разных жанров, но на первом месте патриотические. Россия – это родина, и без России не было, мне кажется, ничего. На пленэре – мастер-классы по живописи, рисунок на асфальте и выставка детских работ, посвященных Дню России. Анна Власенко посещает художественную школу первый год. Любит рисовать гуашью, карандашом и акварелью. Сегодня присоединилась к мастер-классу по изготовлению национального символа страны – матрешки. Россия – это наша родина, которой надо всегда гордиться, ее надо любить. Россия для нас – это вся жизнь. Мы родились в России, живем в России и работаем для России. Один из любимых водных видов спорта люберчан – вейкбординг. В округе им занимаются более 200 человек. На Наташинских прудах вейк-парк открыли 3 года назад. Старт новому сезону дал чемпион России Николай Волохов. Очень много парков появилось в России, это очень радует и становится легче тренироваться к международным соревнованиям. Поздравляю всех с Днем России. Хорошо провести праздники. Поделки из бумаги, стретчинг, творческие занятия в Люберецкой техношколе и, конечно, песни и танцы. Каждый смог себе здесь найти занятие по душе. С Днем России! Ура! Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.